оставь это по-братски, убери это. Убери это. Ты зачем руки свои протягиваешь? Бери если это. Тебе что-то не нравится, ты не снимай меня, а я буду пить, что мне по кайфу, и делать, что мне по кайфу. Понял, как да, по кайфу, ты? Имя твое вредна. Не наезжать, потому это что... Это просьба? Да, это просьба. Я вежливо отказываю. Саня, а то что? И да, друзья, как только под этим роликом наберется 3000 лайков, так сразу я закину нашу гонку. Надеюсь, Ахмед не сольется завтра. Все, давайте, я поехал. Понятное дело. Смотри, вот ты выложил сториз, да? Ну? Я не знаю, сколько там смотрят, ты публично-то якобы еду к асхабу, все такое. Понял? Приехал. Ты же можешь приехать, Заур может, от этого ничего не поменяется, понял? Брат, я тебе в лицо, я тебе в лицо и Зауру скажу, понятно? Говори тогда в лицо, а зачем ты выкладываешь сторис? Я тебе сказал подожди, в лицо. Ты что, до меня докопаться хочешь? Главное, ты каждый раз ищешь, за что зацепиться. Хватит, успокойся. Если я хочу докопаться, я докопаюсь. И, Ахмед, знаешь какой момент? Смотри. Такой момент, когда мы с тобой разговариваем, мы с тобой выясняем, чья машина быстрее. Мы не выясняем с тобой, кто из нас сильнее духом, либо физически. Я с тобой не собираюсь физически спорить, понимаешь? Нету смысла мне. Мы с тобой выяснили, кто из нас физически сильнее. Мы с тобой поборолись. Каким образом? По борьбе не выясняется, кто физически сильнее. Физическая сила, да. Я не сказал духом, я сказал физическая сила. Я понял, физическая сила не только борьбой определяется. Ты ничего не смог сделать, Ахмед, смотри. И когда мы ставьте, где он говорит, Ахмед крепкий, Ахмед крепкий. Он просто крепкий на свой вес. Банки, посмотри, нормальные же банки. Да, крепкие, крепкие. Но ставьте момент, где он ничего не смог сделать. Ничего. Но также хочу выяснить, когда мы с тобой разговариваем... 30 килограммов тяжелее нет, меня. Нет, я 84. И ты хочешь 85. Сказать, это сейчас. Тогда ты сколько был? 90. Ну, разница была большая. Да, но я сейчас... 70 и 90. Я еще хочу тебе сказать. Смотри, когда мы с тобой разговариваем, я прошу тебя держать со мной дистанцию и на меня взглядом не наезжать. Это что... просьба? Да, это просьба. Я вежливо отказываю. Вежливо отказываешь, да. Хорошо, потому что сделаешь ты его так, типа, взглядом, ага. И это меня не пугает. Ну, все, в любом случае, я тебя не боюсь. Если это тебя не пугает, зачем тогда ты меня просишь? Мне не нравится, когда ты на камеру на меня газуешь, потому что если я буду на тебя газовать, нам придется... У нас конфликт будет, я не хочу с тобой конфликтовать. То есть ты хочешь сказать, что ты можешь уверенно меня как-то унижать? Нет, нет. И я ничего не должен нет, отвечать. Я не буду тебя унижать. Все, ты даешь слово? Нет, не даю. Ну, в общем, так, ребят, я тебе руку протянул, а ты отказался. А сейчас я мог бы тебе этого не говорить, и тебя бы так захейтили. А мне все равно. Пусть захейтят. Я из себя не делаю хорошего человека. Мне нравится, когда тебя хейтят, потому что побольше комментариев. Чем больше комментариев, тем больше просмотров. Чем больше просмотров, тем дороже реклама. Смотри, ты ищешь повод, чтобы люди писали комментарии, чтобы ты больше заработал денег. Смотри, деньги я и так зарабатываю. Я что хочу сказать по поводу популярности. Только что, нам подошел человек, он знать тебя не знал. Я что хочу тебе сказать? Ты всегда говоришь, ты хайпуешь на этом. Да, это моя работа, я на этом зарабатываю, на этом хайпую. Но, чтобы ты понимал, эта гонка больше нужна тебе, нежели чем мне. Знаешь почему? Тебя знать никто не знал и сейчас даже не знают. Понимаешь? Тебя до этой гонки знали только в своем регионе. Максимум, даже в своем селе, можно сказать, понимаешь? А теперь тебя знает вся Россия. Скажи спасибо еще, что я приехал. В моем селе 3 миллиона человек. Да, скажи спасибо. Скажи, в России спасибо. 150 миллионов человек. Скажи спасибо, что спасибо. Ты стал популярен спасибо. На весь СНГ, спасибо понимаешь? Тебе. Все, я принимаю твое спасибо. Хотя бы в Сочи, пусть ребята поедут на нормальной машине. У меня-то есть Rolls-Royce, есть Lamborghini, есть, а у ребят-то нету машин таких. Бедолаги, жалко мне их. Расул, но тебя мне не жалко, Ахмеда просто жалко. Тебе кого жалко? Бедолаги, тебе... деньги у нас есть. Просто мы не показываем. Заур тебя купить может. Меня? Да. Фу, ладно, ничего говорить не буду. Ахмед, есть что сказать? Ахмед, я постоянно тебе говорю, оставь это по-братски, убери это. В смысле? Убери это. Убери. Что делаешь? Убери это. Я сам разберусь. Убери это. Как понять, ты зачем руки свои протягиваешь? Убери это, зачем не ты уберу, показываешь это? Не уберу. В смысле показываю? Ну я постоянно тебя прошу это убрать. Если тебе заплатили если это. Если тебе что-то не нравится, ты не снимай меня, а я буду пить, что мне по кайфу, и делать, что мне по кайфу. Понял, как да, по ты? Кайфу? Ты, слушай, развернись. Я развернусь, проблем нет, меня не надо снимать, но я буду делать все, что я захочу. Понял отходи ты? И пей, я понял, все. Иди. Понял, не понял. Ты хоть напугать, что ли, меня хочешь взглядом, что ли, Ахмед? Да, да. Слушай, надеюсь. Внимательно слушаю. Слушаешь? Да. Слушай. Ты что меня снимаешь? Не надо меня снимать. Оставь. Иди его снимайте. Оставь, да, оставь его реально. Ошалели вообще тут. Слушай, завтра хоть на гонку приедешь ты? Приеду. На гонке приеду. Будешь ты? Как? На гонке будешь? Буду. Все, давай, вот давай. Завтра посмотрим, как ты будешь разговаривать. Ты пешком пойдешь домой? Как? Пешком домой я пойдешь? Я разберусь, ты не переживай, здесь еще одна машина внизу есть у нас.
Не, я против ничего не имею. Он может показывать. Он показал один раз, он показал два раза, да? Сколько раз он много показал? Но постоянно показывает напиток, который он пьет, но я не хочу, понял? Я не хочу. Я против ничего не имею, там пусть зарабатывает, в общем. Как бы, ну, лично я, ну, мне это не нравится. Говорить можешь все, что угодно, мы привыкли к твоему разговору. Да, я просто, мы же договаривались с тобой, Куша. Я похож, говорю, что... Я не предупреждаю. А то что? Махаббат пыяласын, одасын, корасын, шындахыт пыяласын, бересын, одасын, кузде куз, кузде куз, кузде куз, нурым ойоло, кулда ку, кулда ку, кулда кулда пыяла. И, кстати, по поводу фейковой информации, которая гуляет по интернету, по поводу моей гонки с Ахмедом, это полная ерунда. Всю правду про Ахмеда, там, про гонку я буду выкладывать в свой телеграм. Вот тогда уже решите, тогда уже будете говорить. И да, ссылку на мой телеграм я оставлю в описании. Переходите и все там смотрите. А болтать там, в комментариях, что-то говорить, ну, вы долго будете. Все, давайте, короче.